В США афроамериканская семья выиграла в лотерею Powerball почти 430 миллионов долларов. Крупный джекпот сорвали жители штата Нью-Джерси, многодетная мать Перли Смит и семеро ее взрослых детей. Счастливый билет обошелся им всего в 6 долларов. По словам дочери Перли, цифры приснились одному из членов их семьи. Однако уточнить, кому именно, она не стала. Победители лотереи пообещали пожертвовать 10% от выигрыша церкви. Отмечу, шанс угадать выигрышную комбинацию из 9 цифр в Powerball ничтожно мал. Как сообщает агентство Reuters, у любого жителя США шанс стать следующим президентом страны примерно в 25 раз выше, чем выиграть в эту лотерею. Мы были шокированы, когда выяснилось, что именно наша семья выиграла. У нас у всех есть мечты, которые мы бы хотели воплотить в жизнь. Такое чувство, что нам дали неповторимый шанс реализовать все наши замыслы.